Здравствуйте. Здравствуйте, Вячеслав. Так, короче, мне не нравится. Так лучше. Привет, фейк. Привет. Спасибо. Привет, Ром. Ищешь? Не, ну мне интересно. Хотя, может, я ее и не знаю. Даже если знаю. Да, а мы с ней плюс-минус в одно время пришли в Бига. Так что да, подружки. Да, я заходила. Мы с ней как раз там обсуждали тему ведения эфиров, актива и всякого такого. Мы с ней в одной команде. Нет. Белобрысая. Не. По сравнению с Аленой, я белобрысая. Да, все верно. Привет, Карлёны. Да, я к ней забегала вечером. Нет. Ой, фейк, спасибо большое. Спасибо. Очень приятно. Спасибо за сердечки. Здравствуйте, Фабио. Спасибо. Да я тоже только-только с работы. Я даже не переодевалась. У меня такой сегодня мыша стайл. Серенький. Я вчера узнала, мы с Аленой как раз это обсуждали, что в Бига же сидит такой, ну не прям значительно, но процент мусульман. И якобы с Рамаданом связано то, что сейчас ведущим лучше одеваться поскромнее. Вот, подстраиваемся. Ну, не то чтобы прям как-то глобально так, но немножко. Тоже надо сегодня приготовить покушать, поработать. Не пишут? А как они могут не писать? Это же главное лицо там, Виолетта. Привет, хорошо, у меня дела, как у тебя? Да.
Ну, нет, я... Что я съела? Я какой-то орех съела на кухне. Как-то так. Как-то так. Ну, вообще, да. Я просто знаю там своих коллег, которые бы очень сильно возмутились на этот счет. Если бы там кого-то не указали со всеми их званиями и привилегиями, они бы прям очень так... Они бы высказали наверняка про то, что типа, как так мы, такие-то артистки, вот такие раз такие, а вы нам, нас не указываете. Нигде. Не, ну вообще это некрасиво. Что у меня с волосами сегодня? Побелели, это, наверное, от лампы. Лампа просто мне вот так вот светит. Она обычно светит сверху, а тут я ее поставила вниз, потому что мне лень ее устанавливать. Она падает постоянно. Я тоже побелела. Хорошо. Спасибо. Носки. Жесть. Зачем вам носки? Вот, ну, меня вот тут мучает вопрос этот. Спасибо большое, Фейк. Спасибо. А как вас зовут? Или лучше Фейк? Не-а, не заходила. Олег, очень приятно. Меня Таня зовут. Хорошо. Не, я не красилась. Это свет просто так. Пал. Да, как маму. Короче, не знаю. Как у меня будет вообще тут получаться так сидеть? В марте нам сегодня столько концертов накидали. 4 дня подряд мы будем в разъездах. Вот такие дела. И программы разные. Ну, плюс-минус похожие, но разные. Но я все равно буду заходить, просто, наверное, по вечерам. Позже. Здравствуйте. Да. Я не только здесь ведущая. Я просто в творческом коллективе работаю. Не, ведущая. Вообще, чтобы точнее быть, лектор-искусствовед. Вот, объявляю артистов, но иногда как лекции прям веду. Не успела оценить, что я говорил про твою коллегу.